Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы, зрители, все, кто нас смотрит. Ровно год назад, вернее, чуть больше, 20 декабря, приблизительно в этом же месте происходила съемка. Стояли мы с оператором, снимали, только был в красной куртке. Но тогда вы видели, что в этом месте проводились работы землеройные. А сейчас, видите, лежит снег. Все заметено, и котлована нет. С чем вас всех и поздравляю. На самом деле, пейзаж, конечно, здесь хороший. Лес хорошо виден. Дымы из труб, самолеты летящие. Дачи великолепны, краны. Здание, почему хорошо видно? Это не просто сугроб, это сугроб на крыше здания ПКТБ. В этом его отличие. Намело знатно. Дедушка Мороз со Снегурочкой постарались. Вот и преподнесли вот такие подарки. Кто же у нас Дедушка Мороз? Дедушка Мороз — это у нас Клаус с компании, директор компании «Хака Москва». А Снегурочка у нас кто? Элла. Да? Вот, те, кто руководил этой стройкой. И что мы имеем через год? Ровно через год. Мы имеем здание. Совместными трудами всего коллектива, всех коллективов. Это целый ряд организаций. Генподрядчик «Хака Москва», подрядчик «Астрон Билдингс» и многие-многие другие субподрядчики. И все-все-все, кто был задействован на этой работе. Вот трудом этих людей всех это все и создано. Представляете, сколько было создано и сохранено рабочих мест в период пандемии, сколько семей, сколько людей вообще вокруг этого все было задействовано, да? И к чему это привело? И сколько еще будет задействовано, когда этот объект будет запущен? Я надеюсь, что в следующем году ровно в этот день я надеюсь, что мы с вами будем вести съемки уже в легкой одежде, в прекрасных условиях, в тепле, в светле, но внутри здания. Не под ним и не над ним, а внутри. Всех с наступающим Новым годом, всех хороших выходных, прекрасного настроения, прекрасной погоды. Берегите себя, не болейте, ничего не бойтесь. Все будет хорошо. До Нового года. До свидания. Спасибо.